Всем здорово, с вами Эдвин и Милана. Вы на канале Мысли о Геймице. Сегодня в этом ролике мы будем распаковывать боксы, которые называются lookcase.ru. Давайте я даже покажу поближе. Вот таким образом выглядит. Вот такие вот коробочки. В общем, у нас всего три коробки, и мы сегодня будем распаковывать только одну, а остальные можете посмотреть в других частях. А сейчас давай, Милана, выбирай, какую распаковывать будешь. Вообще. Ты еще, кстати, не сказал. Это кейсы, в которых лежат подарки, которые мы не знаем какие. Да, там рандомные вещи. Да, правильно подметила. В общем, там разные абсолютные вещи. Хоть из какой-то игры, из фильма, может, я не знаю, там. Да что угодно может. Хоть iPhone там новый лежать может. Никто ничего не знает. Но, еще скажу, они отличаются внутри размерами. Внизу там написано там XXL, XL, то есть выбирай какой хочешь. Давай вот этот, который ты взял. Самый верхний? Ну давай. Так, значит, открываем аккуратненько, да. И будем распаковывать. Мне, кстати, дизайн красивый сделали. Дизайн? Да. Дизайн, да. Открывается у нас... Ага, тогда смотрите, давайте я при вас вот так буду открывать. Опа. Так я еще пока не особо вижу, что там, но, в принципе, вот так вот это все лежит. Да. Сразу тут написано советы по абсолютно идеальной распаковке. Фотографируй, короче, делись и наслаждайся. Понятно. В общем, тут, походу, коробка связана с аниме, да? Нет, это Геншин. Геншин? Игра, Геншин. Давай, доставай. Ну, вот давай вот это. Она прям такая красивая. Короче, первое, что мы увидели, это персонаж из игры Геншин, да, ты как это говоришь? Да. Я не помню, как ее зовут. Вот, наверное, Кел. Кел ее зовут. Это, походу, как его, моделька. В общем, есть такая игра, и по ней сделали фигурку, да? Да. Сейчас распакуем, покажу. Чё да как. Все? Там больше ничего нет? Все, да. Вот такая вот моделька. Из этой игры. Ее можно поставить. Сейчас поставим, покажу. Она, кстати, хорошо проработанная. Ну. Только как она ставится. Ну-ка, давай. О! Все. Вот так вот это все дело выглядит. Этот по-любому тебе надо будет давай комнату поставить. Будем ставить. Оценку давай от 0 до 10. 10? Да, мне очень нравится. Я поставил 9, наверное. Да, я посмотрю. Если присмотреться, там есть какие-то недочеты, но в целом, да, десятка. Ну, мне нравится, я люблю такие фигурки. Как раз вот Милана будет, короче, себе в комнату поставить, вот ей прям подходит. У меня уже есть такие статуэтки там с играми, у Милана нет, вот будет первая. Так, это мы убираем. Дальше. Есть какой-то браслет. Мне кажется, это что-то в игре тоже связано с браслетом, типа какая-нибудь сила может. Да, я тут смотрел, вот тут у них на коробке есть, короче, вот такие вот типа темы. Огонь, снежинка, еще что-то. И тут типа отсылка, наверное, на Геншин была. Да, это какая-то сила. У нас снежинка. Вот. А, так это девочка вроде снежинка. Не, она огонь вроде бы. Вроде нет, огонь. Нет. Вот такой-то, в общем, браслет. Внутри амулет есть. Ну-ка, один на руку. Так. Тебе полезет, нет? Да тут растягивается. Ну, сделай, как тебе удобно. Короче, этот бокс точно Милане отправляется. Тут более девчачья такая тема. Плакат я тут еще вижу. Ну-ка, покажи на камеру. Встань-ка. Вот такой вот браслет. Тут снежинка. Вот. Удобно, нет? Он, кстати, не тяжелый. Это хорошо. Да? Потому что бывают такие браслеты, которые прям чувствуются на руке. Это не очень приятно. Когда хочешь тяжесть, померить? Да, такая есть? Да. Хочешь померить? Ну, давай, ну-ка. У меня был какой-то такой браслет. Только там был нарисован водолей, типа. Так как нет. Ты его сделал? За две. Да. Ну, слушай, нормально такой, удобный, не мешается, да? Ну, он еще так прикольно сделан. Ну. Так, откладываем дальше. Ну, давай, теперь ты выбирай что-нибудь. Это. Давай. О, еще одна, походу, какая-то штучка. Ну, это, сейчас. Я не знаю, она поменьше. Короче, еще одна такая же игрушка, но только она поменьше. И это, открывай, есть же помощница в Геншине летает сверху персонажа. Я не играла в Геншин. Ну, может, видела трейлер.
Вот, короче, вот персонаж такой бегает, и возле него летает помощница. Не, у меня маленькая. Просто подруга играет, вот, она мне постоянно про это говорит, говорит, вот я и узнала о нем. А, ну вот она еще узнает, что у тебя моделька Genshin есть. О, вообще офигеть. Она какая-то, ну, коробочка, там ничего больше не только летает. Открывай. Можно открыть? Да-да. А, в пакетике. Да, прям рыби. Это просто отдельная фигня. Опа, что? Деталька? Какая-то корона. Или что это как? Да, корона. А у нее она прикрепляется? Или нет? У нее какая-то дырка в голове. Короче, смотрите. Вот такой вот персонаж в бочке или что это? Эдвина, кстати, играл, я не знаю, поэтому рассказывай. Я там чуть-чуть проходил, короче, эту игру. Это, в общем, помощница. Как его? Вот этой девочки, да? Да, вот этой девочки. Только тут корону поставили. Вот, поставь их вместе. Сейчас. Вот я тоже не поняла, что-то она не ставится. Ну, в общем... Короче, вот. Вот так вот. Вот этот персонаж, и вот тут рядом летает вот эта помощница. Типа, они вместе тусуются. Я прям полностью этот Genshin не играл, но приблизительно знаю. Вот, значит, поехали дальше. Только вот тут еще корона вот такая есть. Да. Но мы пока что не разобрались. Не знаю, как присоединить. А, наверное, вот так. А вот она у нее летает, Эдвин. Она у нее, типа, не прям на голове сидит. А тут, смотрите, тут есть несколько фигур. Разные есть, да? Да. Нам попалось что-то на японском, я не могу представить. Кстати, да, тут все на японском, что я заметил. Давайте по крупнику, наверное, пройдемся. О, это кружка. О, кружка, ничего себе. Кружка еще с пацаном каким-то. О, как пахнет-то. Блин, да? Нормально пахнет. Не, прикольно, типа. Когда... Я вообще ничего не чувствую. О, офигеть, покажи. Ничего себе, смотрите. Это... Кружка. Это Аяна Мирей... Ой, нет, это аниме. Аниме? Нет, подожди. Это из Геншина уже тоже, наверное. А если из Геншина, не знаю. Я знаю, кто это который... Он просто похож на него. За холод отвечает. Да? Да, он ледяной, типа. Вот. Я просто ну, офигенно. Не знаю. Большая, да, кружка эта? Да, хорошо. Короче, я могу иногда что-нибудь сказать, но похоже. Просто я не аниме не смотрю, нет. Просто я с друзей знаю все. Друзья, и которые это... играют именно вот. Да. И смотрят. Поэтому уже помню, что я говорю. Вот. Ну, слушайте, то, что кружка уже отлично. Бери, что хочешь. Это карточки. Показывайся. Походу, какие-то настольные карты или что это? Что-то написано? Или, возможно, какие-то коллекционные какого-то. Ну-ка, какие-то. Давайте откроем. Мне нужно. Да у меня... Нормально? Все, открывай. Тут еще вот, знаете, они упаковывают все очень хорошо. 54 карты. 54 карты? Да. Походу, реально играть можно. Это либо игра, либо просто карточки прикольные. Типа, вот у тебя подружка Ариана точно балдеть будет. Вот, типа, будет, у меня короче. Тоже есть карточка, только это, типа, Blackpink. Это к аниме не относится? Это группы корейские. А-а-а. Что-то я не могу открыть. Ну-ка. Нет, может, посмотреть, я пока покажу. О. Короче, тут есть какие-то карточки. Возможно, это... А вот тут... Это игровые сила. Карты. Сейчас. Вот тут наша сила есть, вот нам был план. Короче, разные карты есть. Вот, тут, походу, кто сильнее, тот и побеждает. Тузы. А, это обычные карты, Милан. А, да? Король, дама, да. Валет. Классно вообще. Туз. Вот, опять дама. 9, 7, 8, 6, 10. Король. Туз. 6, 6, 9, 7. Король. Ну, короче, обычные карты. Ну, прикольно сделано. Просто с крутым дизайном, да? Да. Они прям так проработали красиво все. Ну, играть интересно. Мне кажется, будет. Это классно будет для фанатов. Ну, это, наверное, и сделали. Ну, кстати, тут прям попалось, да? Вот то, что, в принципе, у вас друзья и увлекаются такими вещами. Типа аниме, да. Blackpink. Так. Ну, в общем, карточки тоже классные. Мы, кстати, ценку не ставим. Кстати, следующий у нас вот такой-то маленький блокнотик. Там брелок с еще. Брелком вот таким. Да. Сейчас. Вот такой вот брелок. Блокнот небольшой, в принципе, там что-то записать, может еще что-то. Ну, в принципе, нормальный блокнот. Идем дальше. Давай. Давай. Финал тут есть, ничего себе. Сейчас. Чуть быстрее распаковывай. Я не могу найти где. А. Ну вот, можешь порвать. Короче, Милан нашла финал.
Пенал. Опять эта девочка, еще одна какая-то девочка. Кстати, ну, а сколько мы уже лет, да, пенал не держали в руках? Нет, типа держали, но... Ну, типа школьный, как будто да, школьный. Да, старый. Да. Мы просто уже в школе 4 года, в школу, вернее, не ходим, уже как 4 года учимся дома. И вот тут пенал Геншел попался. Ну, так в принципе, что... он прикольный. Ну, кстати, он подойдет для косметички, что-нибудь такое, типа, есть желание? Да, тоже можно. Ну, и для канцелярии тоже. Что там, кстати, по этому? Кармашков нет больше? Нет, там просто пенал чистый. Ну, ладно, пойдем дальше. Что у нас есть? Да, вот это вот маленькая. Да, это наверное, знаю, косметика какая-нибудь. Не знаю. Вот такая вот штучка. Либо это косметика, либо ручка. Что-то из этого. Да, мне тоже кажется. Мне кажется, почему-то больше ручка. Ручка? И подводка какая-нибудь. Ну, слишком тонкая. Ну, наверное, ручка. Да, это ручка. Так. Вот такая вот ручка здесь попалась. Только я не знаю, что это за штука. А, у нее... Ну-ка, дай. А, у нее несколько цветов, возможно. Сейчас я уберу тут. Оп. Опа. Короче, вот ручка. Давай на этом же блокноте один листочек, мы ничего не будет от него. Так. А, обычно черная ручка. Просто черного цвета. Кстати, прикольно пишется, попробуй. Ну, типа, такой миниатюрный блокнот. Да. Все, важен. Короче, ручка, блокнот, пенал есть, кружка есть, уже две коллекционные игрушки есть, так еще и браслет. Дальше, ваши любимые всякие постеры, эти, как еще их называют? Картинки, постеры. Сами, постеры. Давайте прямо так покажу. Мне кажется, это наоборот. А, вот. Сейчас. А. Вот такой. Постер, да, называется? Да, постер. Постер, короче. Что нарисовано? Мальчик какой-то с девочкой. Ну, короче, любовь-морковь. Так скажем. Ну, качественно вырисовано. Как тебе вообще? Мне нравится. От 0 до 10 давай. Ну, девятка. Девяточка? Да. Ну, ладно. Постеры прикольно, кстати, что они такие делают. Я вот так вижу. Типа, можно повесить на стенку, там есть что. Так, дальше, что там? О, вот Милане, это, кстати, будет прикольно. Это коврик для мышки. Вот такой вот коврик. Да. Скажу вам то, что... В принципе, поверхность хорошая. Ну, как у обычного коврика, мне кажется. Нет, все-таки необычного. Вот это, я бы сказал, чуть вот от наших ковриков, ковриков они отличаются. Наши более такие не шуршавые, а гладкие именно. Но если сравнить, что сюда положить такой коврик, это, ну, в принципе, нормальный коврик. Вот. Ну и принтер тоже нормальный. Принтер. Принт. Принт, вернее, да, принтер. Принтер тоже. Принтер и принт тоже нормально. Давайте с тобой дальше. Так, что у нас тут есть? Давайте сразу, я тут вижу всякие картиночки. О, это карточки, как у меня под чехлом. Да? Да, только у меня с группой, я тут... Можно встать? Чуть не могу. Так, это... Она примагнитилась. Это что такое? Тут просто я вижу... Стой, дай, я... Смотри сначала. Это обрезать, типа, карточка? Мне... А, это письмо писать. А, да? Это типа письмо. Ну-ка. Короче, вот такая вот тема. Там отправить можно. И сзади можете написать... А, все, это, понял. А вот это цифры там типа... Можно отрезать, куда-нибудь приклеить. Точно, точно. Сзади, короче, пишете ваше послание. И вот здесь вот такая вот картинка. Ну, кстати, идея прикольная. Идея, ой, да. Идея нормальная. Так, дальше это у нас... Покажи. Это обычно. Это просто карточка, типа. Карточка. Ну, картонка, правильно тоже сказать. Под чехол можно, да, там ложить куда-нибудь. С картинкой. Еще вот такая есть. Опа. Расценит. Спалились. 50 рублей. Вот, короче, такая ну, карточка. Кстати. Че? А, вот это прикольно, кстати. Ну-ка. Она еще глянцевая. Ну. Она так переливается, прикольно. Вот это, походу, наклейки, как я понял, не потому что прям такие. Да, эти. Это наклейки. А вот. Да. Так. Дальше что у нас идет? Дальше у нас есть брелок. Можешь пока тут открывать? Я пока это вот, открою. Тоже статуэтка. Тоже? Да, вот. Ага. Так. Дальше у нас есть вот такой вот брелок.
Это вроде девчонка относится к молниям всяким, короче, к плохой погоде, что-то такое. И можно куда-то повесить. Крепеж, в принципе, легкий здесь. Взял, вот так отодвинул, повесил. Что там? Блин, а если бы прикольно было, если бы она светилась? Или возможно, она? Кстати, призрак будет, потому что как будто он... Можешь поставить? Надо будет проверить. Типа ночью? Заряжается от света и... Да, в темноте можно проверить будет. Типа от света заряжается. Ну, возможно, просто там рисунок такой немножко неоновый, как будто. Ну. Так, что-то я поставить не могу. Ну, нет, нет, рисунок-то сверху должен. Не, я понял. В общем, ну, ладно, ладно, потом поставлю. Вот такая вот, как это даже объяснить... Штучка, да. О, с это картинкой, подставка. Да, это подставка, в общем, ее ставите, и она на столе будет просто вот так стоять. Возможно, будет светиться ночью. Она матовая, кстати, а не матовая. Ночью она точно, не, там видно чуть-чуть, что она светится, нет. Ну, короче, проверим, если что. Да, если что, вставим видео. Что, вообще не ставится, да? Ну, не сломай лучше. Не ломай, да. Короче, в принципе, у нас был сегодня вот такой вот обзор. Да, ну, мне очень понравилось. Все, что мы выбили, это вот из такого, ну, не сказать, что прям маленького бокса, но нормального размера. Да. Я вот сразу не заметил вот эти вот штучки. Это сразу геншина. Я заметила. Да? Я вот не увидела. Я просто не знаю, что это. Давайте покажу, в принципе, вот так вот, а что у нас выходит. Вот кружка, блокнотик. Браслет, игрушка вот такая вот, фигурка еще одна такая вот, потом много всяких бумажек, да, всяких, потом идет коврик большой такой, ну, нормальный коврик, и плакат. Все, в принципе, все. Так что, ну и ручка, да. Мы на этом закончим, ссылочки, если что, я оставлю в описании, где можно будет приобрести. На этом все, всем удачи. Всем пока! Пока.